Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Все в порядке. Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артем. Не останавливайся ни на секунду. Слева. Они слева. Теперь справа. I don't want to bug my quest again. I don't want it bugging out again. Пусть это когда-нибудь
невидимые. Для кухни мы не очень. Мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Why is everything locked? Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник. Стреляй, Артем! Артем, Мельник, прием! Oh my god, you almost died, Billa. I couldn't have that. Вот черт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артемом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артем. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Райан. I'll do it for you. Мила. Wait, is there a way here? I don't think there's a way here. I think I'm in the wrong area. Yeah, definitely the wrong area.
here. What is that sound? It's annoying as heck. How do I get up there then? Oh, I was so silly. The room wasn't there. The place wasn't there. But here. Is it here? No, I don't think so. I think it's here. Am I supposed to do it here, or I still need to go all the way up there? How? I wonder. Why? Oh, no way, it's here. Fail again. God damn it. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. I have been nice. Don't destroy me. Thank you.
hate this puzzle. There's a save point, so if there's a save point, what am I supposed to do? But they want to kill me! Alright, save point. What is the point? Okay, so I need to kill him. Destiny is yours.
sorry. You were trying to kill me. Захват цели завершен. Yeah, I still get the bad ending. Man, why do I get this ending again? Am I not good enough? Am I not nice enough? Well... this is the canon ending, so... I guess it's fine. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили.